А, пофигу, короче, возьму новый. Не могу дотянуться до него. Фигово, когда у тебя короткие руки. Иди, хлебушек, ну подойди ко мне. Хлебушек, ну иди сюда. Цыпа, цыпа, цыпа. Бэкст. Он там. Быстрее туда. Приветище! Сегодня мы поиграем в VR Roblox. Ну, точнее, появился тут такой джоб-симулятор. Вот, его перетащили из виртуальной реальности в Roblox. Ну и, соответственно, сделали на клавиатуре. То есть, чтобы поиграть в этот симулятор, не нужен шлем виртуальной реальности. Итак, давай вначале пройдем обучение. Нажмите на Q. Q. Это я разворачиваю ладошку. E — это разворачиваю правую ладошку. R — это кушать. Пробел — это взлететь вверх. S — это пуститься. В принципе, все понятно пока. Ну и если я нажимаю на кнопки мыши, я могу что-то подбирать и как-то взаимодействовать. Отлично. Все, погнали дальше. Кастомайз — это то, что нам нужно. Идем сюда. Вот это мы. Смотри, у нас шлем виртуальной реальности на голове и наши руки. Что мы здесь можем кастомизировать? Можем кастомизировать наш головной убор, ну то есть шлем виртуальной реальности. Давай попробуем. Нам нужно сейчас нашими руками, не мышкой. Мышкой здесь нифига ничего не прокатит. Здесь все нужно делать руками. Вот так вот руками. Оп-оп-оп. На кнопочку нажимаем. Жмем правую кнопку мыши. Опа. Все, я поменял цвет нашего шлема. Теперь дальше. Меняю еще цвет. Ну-ка. О, красный. Огонь. Теперь нужно нажать apply. 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 Огонь. Теперь у меня крутой шлем. Дальше мы можем поменять цвет рук. И текстуру рук. Ну, мне текстура рук и цвет рук нравится, поэтому все оставляй так. Поехали дальше. А дальше мы входим на станцию Job Simulation. Так, влазим. О, что здесь у нас происходит? Опа, погоди-ка. Здравствуй, робот. Робот-работяга. Что-то у тебя губы трясутся. Чего у тебя губы трясутся, а? Можете пузо почесать вот так вот. А, ты глючишь. А что делают с телеками, когда они глючат? Просто лупят по ним. Вот так вот. Хлыбыш, хлыбыш. И еще с этой стороны. Хлыбыш, хлыбыш. И все, он должен перестать глючить. По крайней мере, так старые телеки чинили. Чё-то нифига не чинится. Ай, ладно. Тут у нас есть какие-то кассетки. А, кассеты — это, короче, мы можем выбрать, во что мы будем сейчас с тобой играть. Есть офис воркер. Ну, то есть работа в офисе. Там демо, какая-то фигня. Бланки какие-то непонятные. Здесь у нас что? А, это кассеты для мультиплеера. Понял. А это у нас синглплеер. Все, я теперь понял. Оу, хеллоу, мадам. Или там мужик там сидит в очках красных. Короче, пофиг. Возьму вот эту вот кассетку. Вот так вот взял. Огонь. Теперь нужно подойти сюда. Как-то ее поставить наверх. О, кажется, я ее не поставил, а положил. Да пофиг. Давай, вставайся. О! Ровненько прям вошло. Ну и нужно нажать на рубильник. Жмем. А, чуть ничего не произошло. Что за нафиг? Что за бурда? Значит, берем кассету. Товарищ, кассета не работает. Почините ее. Лови. Зачем я ем эту кассету? Боже мой. Надо ее кинуть. Вот так вот. Получай. Пашбан получил. Может, ее починишь когда-нибудь. А я возьму вот эту кассету. Попробую ее воткнуть. Вставляем. О, вставилось. Нажимаем. Что ж такое-то? О, полетели. Воу, куда это я попал? Что происходит? Я в какой-то пиццерии. Я работаю в гамбургерной. О боже. И снова этот глючный компьютер. Что нужно делать? Рассказывайте мне, где-нибудь есть подсказочка. Так, pull paper, короче, надо бумажка, красная бумажка, где? А, во, надо ее взять, вот так вот, ой, что-то я ее уронил, а, нужно сделать яичницу, яишенка, где же ты, вот цветок похож на яишенку, но я понимаю, что это не то, значит, где-то должен быть холодильник, давай, опа, там у нас, что это лежит вообще такое, а, это мясо, бекон, мясо, понятно. Надо закрыть это все дело, чтобы не мешалось. Вот так. Опа. Что у нас в нижнем... В нижней тумбочке? Помидорки, грибы. О, яишенка. Беру одну яишенку. И кладу пожарить. Вот.
а какой прожарки-то надо? Классик. А, погоди, там еще бекон нужен. Ладно, сейчас бекон еще возьмем. Вот так вот. Бекончик, иди сюда. Блин, бекон, иди сюда. Да мне мясо не надо, мне бекон только надо. Вот. Да блин, мясо взял. Да что ж такое-то? Как это сложно. Да, я взял бекон. Нужно его кинуть тоже на нашу огромную сковороду, на нашу печь. И включить. Что включить? Во! Включилось что-то. Что-то включилось. Отлично, я приготовил. Наконец-то я приготовил яичницу с беконом. Ты посмотри, как оно все пожелтело. Теперь нужно это все дело на тарелочку перенести вот сюда. Хватаем. Вот так. Не получается. Так вот, и бекончик. Вот так вот. Все это я взял. Кидаем все в тарелочку. Что-то как-то оно не кинулось. Сейчас еще разок попробую. Или пофиг, так останется, пускай. И вот так. О-о-о, тарелочку забрали. Отлично. О, ну слава богу. Первая работа закончена. Яишенка с беконом отправилась к нашим покупателям, к нашим клиентам. Что дальше? Следующий заказ. Что у нас в следующем заказе? Берем его. И что с ним делать? А, я знаю, что с ним делать. Почини кассеты. Ох, он обратно мне швырнул. Короче, пофигу, что там? Блендер. Достать блендер. А, во, посмотри, блендер есть. Нажимаем на блендер. Как здесь все, блин, трансформируется, ёкарный. Блендер достали, миску нужно теперь туда подставить. Подставить миску, какую миску? А, во, смотри. Сейчас возьмем миску. Миска, иди сюда, и вот это. Отлично, у меня две миски. Две чашки. Одну чашку я сейчас кину в этого лоботряса зеленого. Лови! Я две выкинул. Блин, я ж одну хотел. А, ладно, у меня тут запас есть. Вот. Блин, я не достану, что ли? Руки маленькие. Руки маленькие, не достаю. Ладно, попробую вот это достать и поставить сюда. А он сюда не ставится, прикинь. Хотя не поставился. Так, и что-то налить. Что-то налить в него надо. Ну, что-то не наливается. Слушай, не наливается. Наверное, помидорки туда закинуть надо. В блендер. Взбить это все. Томатный сок приготовить, наверное, надо, да? Кидаем в блендер. А как его запустить? Наверное, сюда нажать надо, да? Да нифига, блин, как его запустить? А, во, рубильник же есть. Сейчас. Опачки. Че, я мало нажал, что ли? Хлыбыщ. И помидорка уехала. Уехала непонятно куда. А я могу это выпить? Кладем это все дело. Ну как кладем? Подожди, томат вылил, блин, прям под блендер. Мне как-то это развернуть надо. Как это развернуть? Тихо. Опа. Все, огонь. Поднимай. Блин, ну это просто не VR. Это какая-то убогая версия. Нет, только не кидай. Не то нажал. Знаешь, чем отличается версия VR от Roblox версии? Тем, что я могу выйти из этой стойки и не шибзануться об стол в реальной жизни. Вот так вот выхожу просто. И вот на мою кастрюльку, которую выкинул, подбираем. Ох, здесь аквариум есть, нифига себе, прикольно. Рыбки, а там воды нет, это фальшь, это муляж. Миску, ставлю ее сюда, огонь. И теперь нужно вылить помидоры. Вылил помидоры, вон он, сачок есть. Дальше мне это надо на тарелочку поставить. Готово, увози нафиг. Кто там будет, это томатный сок есть, фиг пойми. Следующий заказ у нас выкидывается в этого робота. Нужно сварить суп, огонь. Значит, гриль мы сменяем на варочную панель. Вот так. Дальше вопрос. То есть, ну, что хочешь, можешь закинуть в эту кастрюлю. Я понял. То есть я могу, в принципе, закинуть туда диск. Диск, который я не подниму. А, печаль. Грибы! Да, давай сварим грибы. Грибы. Закидываем грибы. Грибочек пошел. Так, дальше что? Надо нажать на рычажок. Сейчас мы такой с тобой грибной суп сварим. Это вообще просто чума будет. Нажимаем. Варка пошла. Сварился суп. Почему-то вроде кидал я один гриб, но там каким-то образом появилась консервная банка. Мы эту баночку сейчас должны достать. Вот так вот. И кладем на тарелку. То есть, по сути, сейчас будут есть консервную банку. Вот этот ресторан, вот это я понимаю. Все, наша баночка отправилась на сиденье. Следующий заказ. Пожалуйста,
Я принимаю заказы. Может, яблочко съесть? Давай яблочко. Грушу, грушу съедим. Вот так вот берем. Блин, я ее выкинул, я думал, я ее съел. Так вот. Давай, кушай. Кушай, кушай. О, вкусно, обалденно. Так, следующий ордер. Что там нужно? Вот сюда на тарелочку положим. Ну, где мой заказ? Нам нужен вот этот вот механизм. Сейчас нажимаем его. Что это такое? А, это сэндвич. Это, короче, штука, чтобы делать сэндвич. Кстати, а чё магнитофон не работает? Магнитофон, включайся. Где музло? Так, вот эта кнопочка у нас значит play. Вот это вот. Вот это. А вот это у нас открыть дискетник. Открываем. Господи, еще дискеты есть в этом мире. Берем диск. Закидываем сюда. Вроде попал, да? Нафиг его пойми. Закрываем дискетник. Нет, нифига не попал. Ладно, сейчас диск возьму. Берем диск. Вот так. Открываем дискетник еще раз. Эх, как это все сложно. И заталкиваем он туда в дискетник прям. О, встало. Закрываем дискетник. Ну закрывайся ты. Ладно, кнопочку нажму. Ну вот так. И нажимаем на play. Оу, е, о да. Хоп, хоп, танцуем. Тара-тара-тара-там. Во-во-во, погоди, погоди, что это? Что это? Что это приехало? Увезите, пожалуйста, обратно. Увезите. Во, вот это я понимаю. Не мешайте мне танцевать. Там-там-там. Оу, да. Так, значит, нам нужно сэндвич сделать, да? С музыкой все повеселее будет. Открываем ящик. Что, где у нас эти булки? Мне нужны булки. Сэндвич без булок это никак. Значит, ящик надо поменять, да? Сейчас поменяем ящик. Что у нас здесь есть в красном сейфе? У нас здесь есть картошка. Та... А, блин, вот же хлеб есть. Куда я полез-то? Давай, дотянулся, слава богу. Нанизываем этот хлеб вот так вот. Промахнулся, корявые мои руки. Я не могу достать этот хлеб. А, пофигу, короче, возьму новый. Не могу дотянуться до него. Фигово, когда у тебя короткие руки. Иди, хлебушек, ну подойди ко мне. Хлебушек, ну иди сюда. Цыпа, цыпа, цыпа. Блин, как его взять? Я сейчас быстрее рожу, наверное. О, получилось вроде. Вот так вот, наконец-то. И нанизываем его сюда. Может быть, сюда не хлеб нужен был, а мясо. Вот так. Место, пожалуйста, мне. Где оно у нас лежало-то? А, во, сверху. Сэндвич из отбивной. Пойдет мне. Такой мясище для сэндвича это, наверное. Да возьмись ты место. Есть. Вкидываем мясо. По-моему, ничего такое получается, да? Возьмем еще хлебушек. Вот так вот. И еще сверху хлебушком. Любищ! О, да, ты посмотри, какой сэндвич получился. Просто чума! Так, что-то надо еще. Что-то надо еще добавить. Оливочку. Оливочка, иди сюда. Иди сюда. Тебя тоже надо сверху закинуть. Вот так вот. Огонь! Просто вкуснище будет. Разорви рот нафиг. Теперь нужно это все взять дело. Как мне эту всю фигурину теперь перетащить на тарелочку? По частям, что ли? Ну, давай попробуем по частям. Ой, кажется, одна оливочка только уехала. Мясо-то осталось. Бутеры остались, только одна оливка уехала клиентам. А пофигу. Вот это работа, вот это я понимаю. Фух, что-то я вспотел. Короче, это был VR в Роблоксе. Полное днище. Если ты хочешь побывать в этом мучительном симуляторе, то заходи по ссылочке в описании. Ну а я с тобой прощаюсь. Спасибо за просмотр, надеюсь тебе понравилось. Всем удачки, пока и до нового видосика. Оу, да, танцуем. Ладошки вверх. Ого. Come on, come on. Come on, детка. Yeah, yeah, yeah. Come on, baby. Oh, oh, oh. Do-do-do-do-do-do-do.